Надо высказаться по поводу мобилизации? Да нет, мы не об этом. Хочется, да? Нет, уже все. Слушай, можешь сказать об этом что-то? Да прекращать это все надо давным-давным-давно. Прекращать надо. Хорош, хватит. Достаточно. Уже и так, и украинцы, им плохо. Ну, было, когда... Мне, как это сказать? Я больше всего угораю, прям ха-ха ловлю. С тех людей, которые говорили сначала, давайте воевать, а потом такие, ой, повесточка. Не знаю, я был против этого всего, я и остаюсь против этого всего. Я за мир, как бы, зачем война, собственно? Никто этого не знает, никто не поймет. Тебе 19 лет, а сколько мудрости в твоих словах? Я скажу больше, мне 17 лет. У меня много друзей и много родных, которые подходят под категорию людей, которых будут призывать. И я максимально просто приличные слова говорить. Лучше не материться, потому что сейчас такие законы, и за это меня тоже могут подтянуть. Я максимально шокирована этой ситуацией. Мы с девочками сидим, мы, короче, до 6 утра обсуждаем политику, как бы то ни было. Вот. И не знаю, я слишком близко все принимаю к сердцу и реву, и поэтому хожу на работу, чтобы не думать про это все. Да, только поэтому хожу на работу, мне деньги не нужны. Все материальное, пустое. Слышь, Макс, сразу видно, это мой человечек. Я притягиваю таких людей, я не знаю, откуда ты нарисовался. Бандюган, блин, нет. Кому охота идти на войну? Никому. Слушай, блин, на самом деле, если честно, я не пойду. Да? Принципиально. Мобилизация началась. Ну да. Сказали, больше 5 миллионов, короче, будут мобилизировать именно конкретно. 5 миллионов? Да. Чего? Это конкретно вчера Шойгу, я смотрел именно конкретно по РЕН-ТВ, он конкретно, именно конкретно был прямой эфир, он говорил 5 миллионов. По РЕН-ТВ, правильно? По РЕН-ТВ, да. То есть, как бы, знаешь что, я за мир во всем мире, блин, как бы, ты не поверишь. Пару слов о смутном времени, как ты думаешь, что вообще, как, чему, зачем, почему, зачем, как, зачем, вообще, как, кто здесь? Очень непонятный вопрос. О смутном времени о нашем или о котором там вот, непонятный вопрос, веке? Потому что если вдруг, я буду говорить тебе понятно, ну, вот... сама знаю, сейчас некоторые слова нельзя говорить. Нельзя говорить слово «я люблю мир», нельзя говорить. Нельзя говорить слово «я хочу, чтобы не было, чтобы были только мирные, вот эти вот, чтобы мир был». Уфи! Что Ким Чен Ин. Поэтому, ну, ну что там, что там, к чему там? Что там, ну, я люблю мир и не боюсь, да, этого говорить, да, поэтому... У меня еще и парень из Казахстана, поэтому я вообще не сильно боюсь. Не паришься, да? Не парюсь, да, но друзья пострадали. Пострадали? Ну, пока еще не пострадали, но морально, да. Страдают. Переживают. На все влияет, на все сферы деятельности. Режиссеры приходят к нам, которые работать, вот такие все головы чешут. Не хотят воевать за эту, как его, за этом. А за, не за, знаю, за что там воюют? Просто я не в материале немножко. Не... А можно говорить на этом канале? Можно, конечно, можно. Нет, не хотят воевать. А за что сейчас воюют-то вообще? Ну вообще за что? А, это, я, мы сейчас с мужиком разговаривали, он говорит, ну как бы надо идти, ну типа за родину. Я говорю, за родину? Да, он говорит, да, за родину. Я говорю, за родину? Он говорит, да, за родину. Я говорю, а сейчас воюют за родину? Он говорит, да, он говорит, воюют. Я говорю, воюют за родину? Он говорит, да. Он говорит, воюют за родину. Я говорю, а я не знал, что... А он говорит, воюют за родину. Угу. То есть в кого еще воюют? Не знаю. Ну, никак не поступишь. Родина сказала, это надо. Кто говорит вот это вот? Кто это говорит? На самом деле, если честно, я, блин, конечно, я отрицаю это все. То есть то, что там происходит, я не знаю, что это. Знаешь, это геноцид, грубо говоря. 22-й год. Люди катаются на моноколесе. На сноубордах, извини меня. На сноубордах катаются по городу. Как бы, какая война? Да, можно же решить все как-то дипломатически, что ли. Ну, то есть переговоры какие-нибудь там. Еще что-то. Я, конечно, на самом деле не шарю полностью. Возможно, там, ну, война и нужна, но я в этом как-то не особо уверен. А так это все. Вот так вот. Я вас как будто даже немножко нагрузил. Не, мне приятно слушать твои слова, понимаешь? Да. Не каждый готов сказать то, что говоришь ты, потому что многие вещи сейчас нельзя говорить. Нельзя за говорить, них сразу же тебя вот это там...
Да. Сейчас приедет милиция и будут дело шить, понимаешь? Даже ничего не буду говорить. В Ютубе лишнего лучше не говорить. Да, Я всегда всем говорю, если что-то говорите, говорите осторожно и аккуратнее. Хрен его знает, кто это видео будет смотреть, понимаешь? Какие-нибудь органы? Да, органы, понимаете? Органы. Скажут, что вы что, хренели? А такое нельзя говорить. Мы такие, а мы не знали. Они говорят, так вот знает, нужно читать законы. Не будешь ничего договорить. Ой, нет, точно не буду. Ну, просто уже все это достало на самом деле.